Блять. Скотина. Эй, куда ты? Нифига себе, тебя разнесли. Ты что, не успел подкрыть? Так я только вошел, тебя уже убили. Я пытаюсь тебя убить. Убили то. Из этого я убил уже. Перед этим. Нормально. У меня пинг, кстати, маленький. От 30 до 50 калибр. У меня меньше. Ну, ну нормально, это. О, снайпер зашел. Терпимо. У меня сейчас 20 вообще. В принципе, терпимо. Ну погнали, чё. Прикрывать буду. А, как там нажимать? Да, G, что ли? G. Да-да. Да, я вижу. Эй, ты чё, спать, что ли? А, нет. Я? Когда это я буду спать, интересно. Свой вроде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умри. Убил. Да. Это удачно я зашёл. Блин, меня с меча рубит. Я, да. Я убил, зато у меня 7 очков. А у меня 6. Ну норм, чё. О, убил еще одного. Я и на их базе стою вообще-то, палю вовсю. Да давай уже, тут медикаменты мне нужны. Блять, спай. Сука. Ну, ты на их базе, что ли? Ага. Их тут рублю там выше, зацени. Все, тебя мочканули. И я убил зато еще одного. И у меня сколько? 9 очков. А ты говоришь. Прикольно, чё. На их базу надо идти и бить их там. Чё, вот он, я тебя пока попалю. Ну-ка, блядь. Сука. Блин, кто там так активно жарит по нам? А, вижу, убил. Который вот, солдат. Прям... Да, я уже убил. Ты не волнуйся насчет этого. Блин, такого фига снайпер тут делает. 11 очков у меня. Ну ты, конечно, играешь за этого хэви, блядь. Ну так там... возьми его и докажи, что ты лучше. Я лучше играю, да? Я же тебе ничего не говорю. Не, ну тут для спая все-таки карта не надо. Я помню, я тут играл, тут вообще рубит раз-два. На раз-два убивают быстро. Поэтому тут главное, не знаю, правильно как подойти, что ли, к ним вовремя, где там много народу. Тогда можно играть. Блять, все сразу напали. Бывает. А где они? Ты мне можешь пропалить? Ну, у себя на базе. А, у себя? Ладно. Не это... иди, не иди, не иди. Да подожди, я хочу убить этого чемпиона долбаного. Нет, я именно хочу того чемпиона, да, я его... Какого умру? Фига, он не умирает. Я в него, знаешь, сколько патронов посадил? Может, он это? Я читер. Не знаю, читер, у него чемпион, он типа там, чемпион по смертям, но я что-то не смог его убить даже. И раз, вот он, да, я его убил все-таки. Я хотел прям его убить. Это ты, что ли? Погнали. У меня жизни в ногах. Поэтому ты первый идешь. Пошли захватим этот чемоданчик. Пошли, сейчас эта база тоже сучку. Да-да. Ну погнали, ты первый идешь. Просто меня сразу тут кукают. Пошли, зачем? Пошли, давай с этим чуваком. Сзади спай, блин. Убил, убил, убил. Кто-то еще палит в меня. Активно жарит. Назад смотри, иди. Сейчас я жизнь подобрал немного. Блин, сзади кто-то, серьезно. Убил одного. Двоих даже убил. Неплохо. 15 очков. Ну, здесь наш свой хэвик. Хэвик еще один. Да бегите пока без меня, если что, успею. Может подбежать. Я за тобой пока. Буду смотреть. Ой, давайте, берите. Только там турель, скорее всего. Мы вдвоем идем. Ты уже взял? Беги быстрее давай. Мы вдвоем. Вижу, иду к вам. В помощь. Блять, главное, что за спиной никто не подошел. А, это свои, давай, погнали, я с вами побегу. Три танка, блин, ты его видел. Три хэвика идут. Блять, нам снайпер, главное. Пофиг, беги. Просто беги. Вот и все, ты сейчас принесешь нам победу, в общем. Классно.
Да. Давай я с тобой прям. Победа, блядь. Ты чё? Ты чё, издеваешься, что ли? Вон он, сверху. Кто сверху? А он за тобой пошел, что тебя убил. Сука. Убил. Нахуй, пидор, блядь. Скажи, если убил. Убил. Я его пытаюсь убить. Убил я его? Да, убил, по-моему. По-моему. Все, мы принесли, короче. Вот, видишь? Success. Жизни. Берем. Так, побежали дальше. Вот там начал. Ничего, ничего, съемка. А вы что, не захватили, что ли? Захватили. Так мы же проигрывали до этого, а сейчас сравняли. Считай, все правильно, все ровно. Блин, не мне бонг долбанный подвел. 16 очков. 16 очков. Норм. Надо мне даст меда взять кто-нибудь. Возьми. Не знаю. Возьми этого солдата. Попробуй. Я просто пулеметчиком как-то привычный. Мне... Ух, у меня у солдата крутая нормально. Хрень. Нормально. Давай. А у меня, кстати, блин, тоже какого? У него какая-то фигня была крутая, только я уже не помню. А у меня мачете такой, который вообще, блин, взрывает. Иди на базу, у нас здесь этот пулеметчик. Где именно? Внизу, вверху? А, это... все уже. А, нет, все? Убей. Просто... Нифига, здесь крутой солдат бегает с медиком. Спай убил. Да пофиг, я пойду. А, банк, назад вернись. Иди в туннель. Да я убиваю тут, подожди, он убил одного еще. У меня 18 очков. Че ты меня отвлекаешь? Тут этот ракетчик, как его, солдат тут. Убил двоих почти сейчас. Попытаюсь убить их обоих. Да, одного убил. Где там второй? Ну, я с медом иду заебись. А я просто этот убиваю всех и без меда. Он ценен в чате, посмотри. Лечите меня. У меня красный Октоберфест достижение открыто. Типа я перебил всех. Одного убил, еще одного. Блин, круто. Стотик перебил тут сразу. И жизни. Давай я пойду, короче, за этой хрень. 21 очку. Да, я тоже, кстати, за ней иду сейчас. Меня. Я с хилом просто иду. Мы сейчас быстро добежим. С кем? С хилом. Ну, хил, знаешь, лечит там. Медик. Хил то же самое, значит. Ч ты? Да хули ты взял, сучка, блядь. Че, кто в нас стреляет? Ну все, спайте конец. Гоу за мной. Подожди, я хочу спай убить там, где зашкерился, он меня убьет. Все, вот что-то просто. На базе мед, хэви и прочее. Лузеры, блядь. 21 очку, норм. Пойду к ним на базу. Я с тобой рядом. Подожди меня. Вот сзади спай или этот. Вот, да, убил я его, все. Бля, чуть не убили. Ну я тебя прикрыл, видишь? Как тебе повезло. Мы выиграем, да. Мы сами прям мы. Вот. Мы на вот, смотри, какая у меня хрень. Где? А где ты? Я чуть. Это ты что ли был? А, да, вижу. Самурайский меч. Да он такой крутой. Давай, там этот, там пулеметчик. Иди помоги мне. Блять, что не меняется? Какого хуя? Ну, Пашка, жизни мало, ты можешь ее убить спокойно. А ты что-то там меняешь какую-то фигню. Вон, иди быстрее убивайте. Да я не могу что-то пушку переключить. Ну и бегай с этой. Что за фигня? Это наша? Ну, только взяли. Мы еще одну принесли. Да, я убил его, все. Или нет? Мы принесли, бегите быстрее, блин, круто. Сейчас вообще выиграем с разрывом. Норм. Вон, смотри, видишь? 4-2. 4-2 мы их делаем, норм. Так-то. Ну, по двоих. Ты чё, блядь, охуел? Свои. А там кто там палит? Я показал, что кто-то палит. Ну, спай какие-то эти безбашенные, просто выходит, знаешь же, что пулеметчик убьет там с двух ударов. Нет, выходит. Нет, так прет.
Я убил троих. В чате так сплэшут, сплэшут, сплэшут. 24 очка. 24. Ой, где ты? Погнали. Я побежал на ихнюю базу, мне там веселее нравится. Там все время врагов много. Блин, так откуда? Валет. Жалко. О, я получил ящик манко. А, ты не откроешь его. А там нужен, да, ключ какой-то, типа, платный. Но его если ты откроешь, да, там дофига, короче, вещей будет. Поэтому посмотрим. Может там. Я иду с мачете на их, да, базу. Я вижу. Вещи. Так вообще. А чё у меня? У меня, типа, нет перчатки. Сука. Нет, перчатка мне интересна. Кого-то здесь видел, спая. По-моему. Блин, да какие же безбашенные люди пошли. Блин, твари. Спай. Лекарь, блин. Лекарь играет за спая. Хм. Вот круто прям. Ему норм. Ага. Спай вообще не прячутся, просто бегают и бьют. Это вообще пофиг. Здесь же смерти не учитываются, да? Блин, нифига себе. Блин. Скоро, блядь, брать этого пулеметчика. Давай вместе пошли. Сейчас, подожди, я полечусь тут у этого, у раздатчика. Прям рядом. Бери пулеметчик, я тебя жду. Что за... Я побежал, медик, на базу на нашу. Ты-то где, пулеметчик? Все, вот выхожу. Блин, да откуда меня так жарит кто-то? Убил, еле-еле. Я потому что так жарит. Ладно, играем. Так, куда же бежать? Что же делать? Побежали-ка на их базу. Мое любимое место тут. Там можно сразу убить много. И не потерять. Так, тут там спрыгивал, ну... Да ладно. Ну откуда же вы берете? Блин. Давай. Прикольная шляпа, кстати. Погнали. Куда же идти, куда же идти, куда же идти? Да умрите вы. Сколько ваш надо патронов выпустить, чтобы вы умерли уже? Да, чё я застрял? О, фига, чё творится? СПС медик. Что же боюсь, вот этого как раз я и боюсь. Убил. 29 очков, все умерли, понятно. Я единственный выживший. Идем дальше. Вдвоем просто загандонили. Для этого парня, а ну куда я посмотрю снаряжение ради интереса? А нафига дайте мне снаряжение-то? Ладно, потом.
Играем дальше. Играем, давай. Блин, да. Это месть. Доктор. Я боюсь сюда входить. Да откуда? Блин. Фейл. Эпично он прыгает. Погнали. Чё там, кто там? Кто там? Олег. Понятно. Я просто боюсь вот этого как раз. Да умри же ты! Фу. Как же очкану я! Это было реально эпично просто. Я помню на их базу 4-4, блин. Засрать так надо же было. Куда он пропал? А, да, ты здесь. Мне стрёмно стало изначально. Так. Get understand. Блин. И чё, где чемоданчик-то? А, кто-то сюда, значит, его принесёт. Окей. Ждём. Да, мы победили. Молодец, мы победили. Нет, я как шпион не выиграл, но как пулеметчик, извиняюсь. Так, я синий, осталось еще 7 минут, мы играем. Блин, это же мы свои. Да умрите вы уже. Что же вы такие живучие-то? Сколько я успел убить? Ни одного? Ваша голова, ваша нога. Круто. Такое рубило, прям мясо. Все время уже на автомате в синих стреляю. Привычка уже какая-то. Вот красный, это не свой. Убить его надо. Меня так активно откуда-то жарит. Я даже не знаю откуда. Мистер Фриз, мистер Заморозка, Фрэнки, кто еще? Мини-брос, как мини, это одна бровь. Жалко нельзя, я думаю, можно взять этот фок. А это свой. Нифига себе, мясорубка. Умри. И ты умер. Что ж такой быстрый? Смотрите все. Так, я еще живой. Это меня он до сих пор. Чё я застреваю тут?
15 хп, это просто чудо, если я выживу. Тем более я слышу уже турель. Ну да, нормально. В принципе. Мини-брос. Мини-бро. Нифига себе, стрела вылетела. В стену прям впечаталась. Так. Блин, чё меня сзади кто-то, что ли? Не пукай же мне так, Джеймс Бонд. Откуда? Блин, Бэтмен. На самом деле плохой парень. Умный парень. Реально умный. Джеймс Бонд. Погнали. Играем дальше. Обычно не убивают до того, как у меня патрон заканчивается. В этом случае я не знаю, как будет. Так, там что-то механическое уже есть. Давайте, выходите. Мы же вас ждем. Я хоть кого-нибудь убил? Хоть как-то. Так, 8 секунд. Кто у нас еще в команде? Красный. Нафига мне красный вот? Архангел. Посмотрим. Ну, норм такой парень. Только вообще как странно. Такой 8 классные очки. Так, идем мы, по-моему. Да, мы выигрываем. 2 минуты осталось, а мы пока лидируем. Это не может не радовать. Уверен, что здесь будут враги, поэтому уже цель все заранее пытаюсь стрелять. Да откуда же вы, вашу, как так-то, Бэтмен, блин. Ну что ж, играем. Играем дальше. Смотрим. Это ты зря, сопарь. Вот зря. Чё, где он там? Ушел? Блин, вот как знал, думаю, стопудово кто-нибудь сзади подойдет. И спереди тоже. Ладно, ладно.
Мы проиграли, блин. Ладно, тогда на этом все на сегодня. А с вами был Джонни Дон. Ты смотрите в следующей серии.